Добро пожаловать, мои хорошие, меня зовут Алексей, и сегодня начнем прохождение Callisto Protocol. Смешанные отзывы в Стиме, похоже, из-за того, что у нее плохая оптимизация, также она стоила овер до хера, но, опять же, у меня полная русская озвучка, а также обошлась она мне в Стиме 1900 рублей за делюкс издание. В общем, давайте не будем задерживаться, и, похоже, очень много разного дополнительного контента. Давай. О, средний... Охрана. Похоже, чем выше, тем больше противника. Давайте средний уровень и поехали. Ага, ну видишь, опять же, я поставил поярче, опять же. Но местами, похоже, будет очень темно. Ха. Ой, замбуши. Ха, да уж, похоже, какая-то Япония и начало такое же, как в Dead Space 3. Но так иначе. В общем, надеюсь, все будет не запредельно тяжело и сможем отбиваться от зомби. Обалдеть. Никого, похоже, выживших, но так иначе за нашей главной героиней наблюдают. Вот опять же, я предупреждал, что не нужно пить кротовуху, иначе ни к чему хорошему не приведет. Но местные не послушались и, в общем, пустились во все тяжкие. Да уж, девчуля оказалась умней и пытается выбраться из этого зомби-апокалипсиса. Обалдеть. Ха, за нами наблюдает, похоже, аналог Красной Королевы из Обители Зла, но опять же могу ошибаться. Нихера себе. Это что было? Шокирующие кадры с Европы. Террористы из внешнего рубежа совершили дерзкую атаку под предводительством пресловутой Дэнни Накамура. Ну, хватит. Нас работа ждет. Ангар Каллисто, судно Оюка Харон. Вы пересекли периметр безопасной зоны. Вас понял, ангар. Берем курс к станции Европа. А, спутник Юпитера? Скажешь что-то или так и будешь ей щелкать? Я смотрел, вообще-то. Закрыли тему, Макс. Это последний рейс. И что я должен сказать? Может, спасибо? Как закончим, можем не работать до конца жизни. Все-то у тебя схвачено. Так и есть. Да брось, что за фигня, а? Туда и обратно с Каллисто на Европу, и столько мер безопасности? Это же тюрьма, Макс. Безопасность для них важна. Ну а нападение? Как ты их объяснишь? Внешний рубеж? Они уже полгода наносят удары по всему сектору. Желтая тревога в грузовом отсеке. Явно ерунда. Но все же стоит проверить. У-у-у, не к добру. Не стоит так париться. Проживешь дальше. Похоже, крысы, но так иначе. Оба бортовых сенсора выдают ошибку. Иди проверь их. Да иду я. Вау. А можем пойти по каютам? Давайте заморочимся и... Ой. Ха. Личный дневник. Мы пришвартовались в ангаре Каллисто. Не можем покинуть штаб, пока они загружают груз. Макс достает меня с этими атаками на Европе. Мы уже делали подобные рейсы. Не знаю, почему сейчас его это беспокоит. Это же просто работа. Нужно просто не высовываться и помалкивать. Ха, весело. Также небольшое обучение. Ребят, давайте я сделаю небольшую паузу и настрою управление под себя. Ну что, ребят, управление готово, и давайте опять же продолжим исследовать наш корабль. Знаешь, чем-то напоминает как это «Звездные войны» и наш главный персонаж капитан Хан Соло. Но опять же, очень много разных объектов. Давайте заморочимся, пройдем по каютам и, может, найдем какие-то полезные вещи. Ха. Ага. Особо ничего пощупать, похоже, не можем. Двигаемся дальше. Весело. Грузовой отсек, Джейкоб. Ну же, проверь его. Ага, налево, направо, а ну. О,
Обалденное место. Да уж, корабль на самом деле не такой уж и большой и... Вау, туалет. Да уж, нихера, подсветка даже есть, но так иначе. Да уж, отражение такое себе, но давайте двигаться дальше по заданию и... Нихера себе. Да уж, я немного погорячился, сказав, что корабль небольшой. В общем, транспортный корабль и... Даже не знаю. Бляха, опасная тема. Тем более сработали датчики и пока не ясно, чем это закончится. Черт, Макс, ты что, нормально сложить не мог? Во-во. Не понял, а ну. А, похоже, сюда по заданию. Давай. Воу, радиоактивно. Надеюсь, не зря спускался. Проверю-ка я и остальное. Давай. Братан, бери оружие, ей-богу, потому что ничем хорошим это, похоже, не закончится. Ага, бегать, похоже, не может, но так иначе. Ой! Вот падла. Нужно и с другой стороны глянуть. Ха, давай. Фу, бляха. Ага, пройти дальше, похоже, не можем. И пока не ясно, в общем, куда, чего. Похоже, можно забираться выше. Давай. А, во. Такие звуки. Макс, у нас проблемы. Что там? Посторонние на борту. Вот черт. Внешний рубеж? Да, походу. Ладно, так быстро двигай сюда. И осторожнее, они могут быть где угодно. Нихера себе. Внешний рубеж. Похоже, разные твари из того же Dead Space, но так иначе. Да уж, они неплохо так покоцали наш корабль, поэтому давайте действовать максимально осторожно, тем более оружия нету. Ха. Обыскать все. Оно где-то здесь. Ой. Оно, это про нас, похоже. Ха, давай. Полива. Поглощающее поле еще действует. Ненадолго. Что им нужно? Я откуда знаю? В душе не ведаю. Есть что? Пока нет. Время на исходе. Такое ощущение, что наши персонажи какие-то контрабандисты и, похоже, рубеж, полиция, типа аналог полиции. Вон он! Задержать! Макс, они идут сюда! Открой! Что будешь делать? То, что нужно. Девка из начала видео. Открыл шлюз. Ты что творишь? Нет! Черт! Тревога! Разгерметизация грузового отсека. Держись! Я сейчас! Нихера себе! Давай, давай, давай! Осторожно! Тревога. Утечка атмосферы. Джейкоб, дуй сюда! Дую! Братан, давай! Быстрее! Ну! Тревога. Гасители инерции отключены. Гравитационное поле притягивает нас! Мы падаем! Быстрей! Почти. Фу, неужели? Нихера там пригорает. Обалдеть. Падаем, падаем! Передай мне управление полетом! Сделано! Мы в дерьме, Джейкоб! Тревога, тревога, тревога! Судно у Юка Харон, возвращаемся на Каллисто! Запрашиваем разрешение на возврат! В разрешении отказано, Харон. Повторный допуск запрещен. Извините, но выбора нет! Дело дрянь! Усиление на антигравы!
Они уже на пределе! Мы не справимся! Нет, справимся! Нам хана! Держись! Готовься к удару! Держись! Фу, бляха, это было максимально напряженно, но так иначе выжили уже хорошо. Мы справились. Я же говорил, не париться. Ой, не могу. Макс? Макс, держись, бро, я ща. Джейка, ты почему не послушал? Нихера себе, тебя жизнь потрепала. Ну же, ну. Это фиаско, братан. О, черт, нет. Рубеж. Обнаружено одно живое существо. Продолжаю поиск. Служба охраны тюрьмы! Вы пилот? Да. А он? Он мертв. Тогда второй не нужен. Ладно, давай тебя вытащим. В декларации указано, что вы везли груз из ангара. Наемники — редкость в этих краях. Я просто работал. А то я не знаю. Терморегуляторы включены. Впервые разбил корабль. На борт проникли... Пусти меня! Она! Она! Это она! Эй! Остынь, грузовоз! Ты свою работу делаешь, а я свою, ясно? Сэр. Да, сэр. Как прикажете. Взять его! Эй! Ты что творишь? Эй! Я ничего не сделал! Крутое начало. Ха. Каллиста, протокол. Вспышка инфекции. Че уставилась? Тихо! А? Как же я устал от этого дерьма. Так, заключенные не говорят, пока к ним не обратятся. Это ошибка. Я Джейкоб Ли, я не заключенный. Ты заключенный. 532-521. А ко мне обращайся, капитан Феррис. Что? Нет, я просто грузовой пилот. Нас атаковал внешний рубеж. Это она разбила мой корабль и убила второго мне пилота. Мне плевать. Приказ начальника. О, помяни черта. Выбор. Каждый совершенный в жизни выбор привел вас сюда, в этот момент, в это место. Место, в котором вам предназначено быть. Чтобы выяснить то, что раньше никак не удавалось. Цель вашей бессмысленной жизни. Я начальник Коул, и вместе мы найдем эту цель. Приветствую в черной жести. Обожаю последнюю часть. Каждый раз мурашки по коже. Приехали, встать. Заключенные. Я отдал прямой приказ. Это ошибка. Мне тут не место. Слушай, ты знал, что Каллиста называют мертвым спутником? Мертвым. И ты был бы таким же после крушения, если бы не я. Но черт, все остальные и так считают тебя мертвым. Пора двигаться дальше.
Ведь ты на пороге нового мира. Нет. Моего мира. Нет. Хватит цепляться за прошлую жизнь. Ее нет. Отпусти ее. А твоя новая жизнь целиком... В жопе. В моих руках. Так восстань, мертвец! Ладно. Бери ее, пошли. Радушный прием, ничего не сказать. Вы прибыли в тюрьму «Черная жесть», исправительное учреждение ОУГ. Немедленно пройдите в комнату учета. Эй, остановитесь! Сейчас прививку от ковида будут ставить, похоже. Эй, стойте, стойте! Нет, не надо! Заключенный 532-521. Я доктор Кейтлин Малер, и вам имплантируют устройство МОР. В соответствии со статьей 412 УК ОЮК. Но, доктор, его нет в системе, мы не знаем... Готовьте устройство. Что? Что за... Какое устройство? Нет! Стой! Ты же врач, блядь! Ага. Стой! И я собираюсь исполнить свой врачебный долг. Старайтесь не двигаться, иначе будет хуже. Иди нахуй! Чипировали. Доктор, остановка сердца. Нихера себе. Инъектор. А, это показатель здоровья. Проснись и пой, проснись и пой, па-пара-пара-пара-па. Приехали, похоже. А смотрите камеру. Обалдеть. Блять, да он даже не похож. Да уж, туалет уже без подсветки, похоже. Бляха, снаружи. Хер поймешь. Сходил, попил воды, а то что-то горло под вечер просаживается. В общем, так или иначе, ребята, так все хорошо начиналось. Я, правда, нихера не понял, куда-то летели, там, на нас напали, в итоге упали, нас приняли за какого-то опасного преступника и, в общем, понеслось, похоже. Это что было? Внимание! Всем охранникам прибыть в главный корпус. Это не учебная тревога. Прошу, сохраняйте спокойствие. Бояться нечего. Что за черт? Оу! Что-то не так. Это фиаско, братан. Можем выйти наружу. Обалдеть. Немедленно мобилизовать все оперы. О, боже. Похоже, мы в какой-то тюрьме, ребят. И что-то пошло не так. Тревога. 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 Обнаружен сбой. Блять, там зомби. У нас ни оружия, ни хера. Немедленно мобилизовать все опергруппы. Братан, здорово. Я его колбасит. А так иначе, давайте немного пробежимся, но опять же, ни оружия, ни боезапаса. Братан, у тебя пердак горит. Ну так, чисто. Нихера себе. Да уж, а так все хорошо, ей-богу, начиналось. Обалдеть. Братан. Обнаружен сбой. Весело. Валим, просто валим. Тревога. Тревога. Эй, мужик, сюда! Ха, здорово. Братан, что тут творится? Да я сам без понятия. Мой корабль разбился, меня бросили сюда, проснулся, а тут это... Ну-ка, постой. Ты что, тот новенький пилот? Слушай, я тут полжизни сижу, все здесь знаю. Знаю, как сбежать. Помоги мне выбраться, и я помогу тебе. Используй это, чтобы попасть в диспетчерскую и открыть мою камеру.
Меня Элиас зовут. Джейкоб. Не потеряй ее. Может жизнь спасти. Спасибо. Не вздумай меня кинуть. А то чё, блядь? Чё ты мне сделаешь? Так, ребят, похоже, нужно бежать налево. Давайте сбегаем направо. Оставайтесь в камерах. Ага. Ну, опять же, не оружие. Хотя оружие уже есть, похоже, да? Давайте зайдем нашего персонажа и, похоже, можно... Вау. Тревога. Тревога, пошел нахер. Все идет по плану, ей-богу. Давай. Оу, давай. Ага. Очень, опять же, сильно напоминает тот же самый Dead Space, но так иначе. Можем уже взламывать, похоже, двери и продвигаться дальше. Братан, где оружие? Там просто палево, там я вижу зомби, опять же. И с помощью этой мотыги, похоже, не отбиться. Но так иначе. Достаточно линейный сюжет, да. То есть бежим просто прямо. Но, опять же, дальше, похоже, будет куда веселей. Хотелось бы быстрее достать оружие, потому что если нападут зомби, то придется только съябывать, и не более того. Ой. Весело. Ха. О, давай. Я. Давай. Ну. Что за херня? Похоже, чего-то я не понимаю. Нажимаю разные клавиши и так иначе. Немного помучился, в общем, проблема была в управлении, потому что у меня пинать стоит на пробеле, и ему, короче, это не нравится. Поэтому, в общем, поставил на другую клавишу и, надеюсь, это, опять же, поможет, да? Ой. Братан, здорово. Тут еще один. Нихера себе. А, можно уворачиваться. Давай. Получай по щам. Стой! Погоди! Во! Моя жизнь. Или твоя? Здрасте! Какого? Блядь! Пошел нахер! Нет! Или твоя? О, страшилка! Какого? Блядь! Давай! Ой! На тебе! Уф, бляха, неужели? Это еще что за хуйня? Души не ведаю. Ага, как в Dead Space можно подбирать припасы. Короче, какой-то Dark Souls, нужно уворачиваться и убивать с помощью нашей мотыги. Уф, бляха, да уж, было весело. А ну. Ага, ни припаса, ни боезапаса. Похоже, нужно двигаться дальше. Ха. Ой. Вроде готово. А-а-а, там же нужно было спасать чувака, опять же. Давай. У нас уже есть оружие, поэтому дадим по щам. А-а-а, налево, направо, я уже понял. Я уже понял. Дали пару раз по щам, поэтому. Ой. Ха, нихера там замес. Короче, они начали мутировать, а роботы, они похожи как охрана, поэтому... Джейкоб, сюда! Ворота заклинило, консоль сдохла! Я там кое-что видел. Оно напало на меня, это не человек. О чем это я ты? Я знаю, что видел! Слушай, это место с ума сводит, но у нас есть шанс. Что бы ты ни видел, это лишь повод свалить. Видишь ту вышку? Ага. Встретимся там, иди к ней. Как? Лифт там, езжай наверх.
Я свяжусь с тобой! Понял. Начинается. Сколько раз я уже говорил, не нужно разделяться, иначе ничем хорошим это не закончится. Так или иначе, давайте немного пробежимся и... Оу. Ой. Обнаружен сбой. Обалдеть. Братан, здорово. Ой. Тревога. Система безопасности включена. Оставайтесь в камере. Давай, мой хороший. В общем, немного разобрался, нужно опять же потренироваться, но так иначе. Давай. Ну. Весело. Братан, это твой кореш, похоже. О, здоровье! Такой, ты моего кореша пожамкал. Давайте не заморачиваться и бежать дальше по заданию, похоже. Обалдеть. По здоровью все хорошо, значит, а по аптечкам у нас... Ха, а хер поймешь, я уже подбирал, но пока вроде здоровья нет. Но так иначе. Джейкоб, слышишь меня? Да, но как? Я активировал двухстороннюю коммуникацию в твоем импланте. За столько лет в тюрьме чему-то ты научишься. Вижу, ты нашел подъемник. Езжай вниз и найди лифт на том уровне. Ха, весело. Ага. Братан, доставай оружие. Пьешь и никак не можешь напиться. Отреагировали на крушение судна у шлюзового КПП. Местность оцеплена по распоряжению начальника. Доступ разрешен лишь команде Малер. Не думал, что буду тосковать по старой начальнице. Она хотя бы следовала уставу. Нихера не понял, но очень интересно. Политическая Юпитер Кола. С вами пузырьки, а не жир. Что это за херня? Так иначе, нужно, похоже, продвигаться дальше и, надеюсь, сможем достать автомат тот же самый и дать по щам этим зомбям. Давай. Тяжело. Ой, старый я стал до этой херни. Ой. Ой. Здрасте. А ну, давай. Лошара. Уф, бляха, а ну. Ты убил моего кореша. На тебя по щам. Весело. Начали мутировать, но так иначе. Тревога, система безопасности отключена. Оставайтесь в камерах. О, здоровье. Немедленно мобилизовать все опергруппы. Весело. Обнаружен сбой. Ага, по здоровью пока все хорошо, ребят. Давайте, в общем, не восполняем и... Тревога, тревога, тревога. Обалдеть. Ага, дальше пройти не можем и... Немедленно сюда, похоже. Мобилизовать все опергруппы. Давай. Обнаружен сбой. Во. О, бляха. Элис, что-то не так с лифтом. Я еду вниз, а не вверх. Черт, там одиночные камеры. Оттуда тоже можно попасть к вышке, но будет дольше. Будь начеку. Они держат там законченных психов. Утешил. Ага, ну оружие есть, поэтому сможем разбираться. Ага. Так, подожди, я вот пытаюсь пробежаться, но, похоже, ни припасов, ни здоровья, ни чего такого. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? О, бляха, да уж, дикий замес. Ой. Опасная тема, но так иначе. Ха.
Ой. Палево. А ну. Во, больше денег. Похоже, можно будет как-то прокачивать наше оружие, но так иначе. У нас есть здоровье. Чего? Смазка, похоже, для жопы, когда будет сильно пригорать. Давай. Во. О, брутальный парень. Ха. Ой, а ну. Сука, нагнетают. Саспенса опять же, но так иначе. Во, оставайся, самое безопасное место. Хотя засрали туалет, поэтому давайте лучше двигаться дальше. Ага, пройти не можем и... Ха, а ну. Вот, самое безопасное место, ей-богу. Зомбуши, похоже, сюда попасть не могут. Ой, а ну. Ха, весело. Ага, попасть не можем и давайте бежать дальше. Воу. А, сюда, похоже, по заданию, там можно было сбегать направо и... Дальше пройти не можем. Хорошо, ребят, открываем дверь и, в общем, бежим, сваливаем из этого места. Давай. О, могучий парень. Ой. Ебать! Страшилка. Ой. Братан, ты куда? Знаешь, как в прошлых частях Dead Space они, в общем, начинают бегать по разным комнатам и, в общем, неприятная тема. Ага, пройти, похоже, не можем. Напоминаю, тут самые опасные, поэтому... Да уж, будет, похоже, весело. А ну... Ой. Братан! Сука, Assassin's Creed, ёпта. Ага, давай. Тянем, потянем. Я такой. Ой. Бля, братан. Один мой друг. Я его всю жизнь знал. Он стал этой тварью. Напал на меня. Ты ранен? Нет. Нет. Но пришлось его убить. Убить это. Что это за хуйня? Хороший вопрос. Тут, оказывается, есть даже ящики с припасами. И как-то можно, похоже, будет прокачивать своего персонажа, да? В будущем. Но так иначе. Ой. Ха, давай. Ха-ха. А, весело. Давай. Валим. Просто валим. Фу, неужели? Самое безопасное место. Элиас, я нашел лифт. Поднимаюсь. Хорошо. Может, путь в обход будет нам на руку? Сразу за лазаретом будет камера с оружием. Смогу прибарахлиться. Только будь осторожен. Активировали охранных ботов. Вау, похоже, можно будет достать пистолеты, пулеметы и дать по щам этим зомбям. Давайте, мои хорошие, на этом месте уже запаузим. Продолжим прохождение в следующем видео. Пишите ваши комментарии, ставьте большой палец вверх, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал, есть группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.